Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это Сабнафтика, снова продолжаем, я загрузил игру, а тут внезапно звонит опять этот Алан, давайте, собственно, узнаем, чего ему надо, чё тебе надо? Я нажал, а он не стал со мной разговаривать. Ну да ладно, возможно, это связано с тем, что мы в прошлой серии с ним разговаривали. А чё клавиатура-то не работает? Да, работает. А возможно, связано с тем, что мы в прошлой серии с ним разговаривали. Возможно, из прошлой серии флешбэчный какой-нибудь. Ой, опять. А нужен, сука, красный ключ. А где его взять-то, блядь? У меня только три кусочка. Спокойно. Терминал скажи архитекторов. Хорошо. Без проблем. Без описания и без проблем. Замечательно, прекрасно. Ой, отогревается, как хорошо. Вот жопой привстал такой чуть-чуть к этому. И такой типа, о, заебись. Секунду, я не понял. Так, у меня же только три части от скрижали там. Три части от... Острый тыквенный салат. Чего, блядь? Это откуда такое? Острый... Так, вот пурпурный скрижаль. Три. Три из четырех. А нужно до четыре. А где же еще последнюю взять? Ставить скрижаль. Так у меня нету. Так нет, у меня. Где последний-то взять, я не понял. Короче, ладно. Ладно, давайте повнимательнее где-нибудь пошатаемся, может быть, что-нибудь найдем. Кроме того, в комментариях вычитал я то, что пропустил там, где мы спускались, думали, что там огромная пещерная сеть, а там хуитый кусок. Просто внизу, где кварц и залежи титана. Там, оказывается, лежал рецепт инструмента под названием «Долблюсь». «Долблюсь в твой снег, чтоб ты меня отстал». Вот как-то так называется. Это типа отвлечение этого ебаного червя от нас путем воздействия на него поступательно-обительных движений в его среду обитания. Ну, короче, как это называется? Забыл, сука. Ну да ладно, это не страшно. Здравствуйте, пошел нахуй, я уебу сейчас. Я тебе сказал, я уебу. Все, ладно, я уебую. Все, я уебую, я тебе отвечаю. Смотри, я тебя уебую, смотри-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Я уебал тебя, я сказал тебе, скотина, я пятый раз тебя уебал только что. Блять! Квантовая запутанность, сука. Прикол. Не улетел. Прикол в том, что когда он тебя бьет, когда он меня бьет, он мне убирает нож обратно в инвентарь. И прежде чем его начать бить, нужно будет доставать нож из инвентаря. И вот это вот, короче, очень говоря, не очень-то и легко, потому что там нажимаешь подряд, она убирает, достает. А там времени ровно на 5 ударов, если что, остается. Так, аптечка. Подлечились, хорошо. Нам нужно найти последнюю часть скрижали. Я не думаю, что опять-таки оно здесь все в сильно единичном экземпляре. Я думаю, что где-то валяется еще один кусочек скрижали. Сейчас мы его, собственно, найдем. Здесь главное не помереть. Хотя, а чё мне будет, чё я помру, я ничего не потеряю. У меня ничего не было, я ничего не потеряю, все логично. Ничего не было, ничего нечего и терять. Так, я ищу последнюю пурпурную часть скрижали, если что. Возможно, где-то на этих обломках. Я сейчас немножко не понимаю, откуда я. Потому что я выходил из дыры, а заходил я в дыру. В какую дыру я заходил, непонятно. Непонятно, но да... Где-то, возможно, здесь я заходил, но это не очень сильно похоже на то, где я заходил. Ёбаные грибы... Так, ладно-с. Погнали бегать здесь тогда где-нибудь. Просто будем искать. Так вот, ту херобори нужно будет, наверное, взять, нужно будет, наверное, сделать. Хотя, в принципе, опять-таки, этот червь меня не особо сильно отвлекает, и срать я вообще на него хотел. Он мне не представляет никакой абсолютно опасности для меня. Пойдемте, наверное, дойдем вот оттуда, куда мы шли. Там, где был сталкер. Так, ползет, сука, слышу. Ползет где-то прямо на меня, смотри-ка. Где-то прямо на меня ползет, кстати, на собак такая. Че надо ему, хуй пойми. Хуй пойми, что ему надо, но да ладно, пусть ползет. Так, еще один сталкер. Я так понимаю, сталкеров жалеть я больше не буду, потому что они меня не жалеют совершенно. Где? Кто? Они меня не жалеют? Ну где ты, Сокотина? Сокотина! Они меня не жалеют, я их жалеть тоже, соответственно, не буду. Это их проблемы. Мои проблемы это найти фиолетовую скрижаль еще одну. Так, давай, иди сюда. Жалко, у меня нет, блядь, какой-нибудь автомат или пистолет. Я так разъебал прям издалека. Так, блядь, я издалека прям разъебал. Смотри-ка, раз, два, смотри-ка, раз, два, три, четыре. На прыжку пойдешь? На прыжку, нормально. Хорошо, смотрится, да? Пять, сука. Вот.
5, сука. Так, смотри-ка. Раз, два. Это я съем. Это я съем сейчас, потому что это мне нужно. Раз, два. Хорошо. Раз и два. Восстановил все. И тепло, и... Куда они ездят? Что они, блядь, смазаны, что ли, чем-то? И что с ними не так-то? Почему так классно катаются? Короче, нам сейчас главное... Да даже не главное. Даже не... нам не страшно сейчас заблудиться вообще, в принципе. Страшно просто долго пробродить и не найти последнюю часть скрижали фиолетовой. Где я, хуй пойми, где я нахожусь? Ну, по-моему, я здесь не был. Водопада этого я не видел. Текстурки, общий как бы... Общий фон вот это тоже не особо знакомо, если что, поэтому хер узнает. Написали еще пару вариантов нахождения костюма краб. Это скоро, блядь, можно книжку выпускать, а там где что со мной. Ой, это что такое? Еба, это что такое-то? А что такое-то? Что такое-то? Откуда, блядь? Никогда в жизни так не смотрел, представляешь? Оказывается, там что-то есть. Смотри-ка, прикол в чем? Прикол в том, что скоро можно будет книжку выпускать, как я... Не смог? Ну ладно, бывает. Бывает, попробуй в следующий раз. Попробуй в следующий раз. Как я искал краба? Краба я искал... Ебать. Краба я искал везде. Но когда-нибудь я его точно найду. Короче, есть варианты найти его под базой Маргарет. Найти его там, где вулкан. Кстати, где вулкан, я примерно знаю. Это рядом с теплым островом, если что. Где-то там сказали залезть под вообще в этот вулкан, пошатать где-то там. Или точнее, а нет, а плыв... Подожди-ка. Где-то вокруг теплого острова. Плавать вокруг него. Там что такое? Вот что такое? Плавать вокруг него. И где-то там будет какая-то то ли пещерка, то ли углубленька, то ли ямка, то ли дырка, то ли что-то вроде того, которое поможет мне, собственно, найти этот краб. Но сейчас это не принципиально. Сейчас мне это не горит, я просто запомню, что он здесь-то есть. Что где-то здесь есть краб. Сейчас мы ищем скрижали, пытаемся зайти в приводе. Блять, я ведь их не потеряю, правильно? Я ведь их не потеряю. Это, кстати, хороший вопрос. Я ведь могу. Я ведь могу их потерять без проблем. Так, где я теперь? Ага. Ок. Блять, как высоко, ебать, как больно сейчас будет. Ай, сука! Нормально, нет? Ебать, я испугался, как меня подбросил, паскуда такая. Бля, реально испугался. Так, я не оттуда ли пришел-то? Не оттуда ли я пришел-то, собственно, если честно, если так-то... Если сейчас здесь будет вот это вот, да, то-то я-то... Да, нет? Бля, кварц. Не, ну похоже, я пришел отсюда. А, все, теперь я понял, куда я пришел. Все, теперь я точно знаю, откуда я пришел. Опа. Я, значит, спрыгнул вот здесь? Нет. Нет. Нет, здесь было не так. Здесь было совсем не так. Здесь все было совершенно иначе. Здесь все было по-другому. Этого здесь не было. Дайте аккуратненько. Блях, ну ведь фиолетовая скрижаль, она же светится. А, кстати! Ебать. Так, что там такое? Навигация опасная, погода, найти убежище, без проблем. Кстати, сказали, что там, где костюм краб, там что-то типа горит. Прожекторы, хуекторы, вот это вот все, вот это вот. Типа, ну, как бы можно заметить. Да отвали ты от меня! Я тебе твою же в корень-то пристал ко мне, собака-то ебаная, ползущая тварь, ублюдочная, сороконожка ебучая подземная. Отвали от меня, я застрял в текстурах, блядь. Тихо. Вот окопался, вот, сука, пристал. Вот приставучая скотина какая мерзкая. Насекомая, блядь, такое маленькое, бесполезное, с горящим каким-то рогом. Вот это, ну, чмо, ясно дело, ясно понятно. Ясно понятно, лошара какая-то. Так, возможно, отсюда... Не исключено, там еще внизу... Ой, как высоко-низко здесь, ебать, как я упаду, если больно будет. Ай, ну серьезно, как пройти отсюда? А, вот тут можно. Так, ну-ка, и... Больно, блядь. Нормально. Так, ну все, я иду ночью, и теперь я точно уже не найду себя. Теперь я себя уже точно не обнаружу. Отстань, отъебись. Уйди, 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 фу, я все с тобой не вожусь. Я с тобой... Отстань, я сказал, не ори меня, блядь! Я с тобой больше не общаюсь. Нам с тобой не о чем разговаривать, мы с тобой вообще совершенно разные... Блядь, доебался до меня. Мы с тобой совершенно разные люди, понял? Мы с тобой вообще не похожи, у нас нет ничего общего. Проваливай, скотина ты ебаная. Ну вот так, наверное, да? Так ему будет понятнее, скорее всего. Не знаю, поймет ли он точно. Блядь, ну темно, ничего не видно. Вот куда я сейчас иду? Вот хер меня пойми. Я куда-то просто иду вперед. Иду вперед искать скрижали. А где она? А хуй ее знает. Вот такой вот диалог. Так, сталкер, смотри, как горит. Нихуя себе. А там что фиолетовый говорит? А, это фиолетовые эти грейпфруты. Окей. Фиолетовый... Так, а это что такое?
Ну, блин, искать эту хуйню ночью — это дело неблагодарно. А ты говоришь. А ты говоришь, ладно, делаем. Делаем пурпурную скрижаль. Не понял? Ага. Так, мне нужен ионный куб и два алмаза. Бля. Это у меня все есть, но не с собой. Хотя вот здесь я еще не был, возможно, здесь что-то появится. Просто я видел в комментариях, что на этом острове есть ионные кубы. Вопрос, где они? Ебать, я надеюсь, не по этому тоннелю он ползет. Потому что он ползет по этому тоннелю, это все, это край. Он меня проткнет своей пикой. Пикой он меня своей проткнет насквозь. Насквозь мне будет больно. Больно и опасно. Но это похоже на тоннель какого-то упыря, если честно. На туннеле ублюдка, вот этого, знаешь, ползущего мерзкого скотинистого вот такого создания. Это вот его туннели. Какая... А где, серьезно, мне взять ионный куб, кроме там... Так, ну ты еще давай повъебуйся. Кроме как у себя на базе. Больше вариантов там как бы нету. Так, вот я сейчас где? Вот я сейчас вот там мотылек. Это я хожу по кругу, что ли? Не понимаю вообще. Падаю, не падаю. Блять, почему так долго ночь-то идет? Можно, пожалуйста, скипнуть у меня уже на утро? Я хотя бы вдалеке что-нибудь рассмотрю. Так, сталкер ебаный идет, спокойно. Отстань. Отстань, собака. Что не так сейчас было? Так, мне теперь нужно каким-то образом добраться до мотылька. Если я ничего не путаю, то, возможно, откуда-то отсюда я пришел. Откуда-то он оттуда и что-то. Или нет, блядь. Не разберись. Так, ладно, вот это я точно... Вон там я точно был, получается. Я сюда проходил. Что такое-то? Почему здесь так резко взлетают, я не понимаю. Ебать, там уже два клыка, у нее другая, что ли, сороконожка? Тут что, их две? Так, ладно, солнце встает, неплохо. Ну, давайте пойдем где-нибудь здесь. Возможно, где-нибудь мы свернем, и нам что-нибудь получится. Я уж прям не думаю, что здесь должен быть какой-то лабиринт непреодолимый. Я думаю, что все здесь более-менее спокойно, нормально. Идешь туда, идешь сюда, и вот, пожалуйста, на выходе. Ай-я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 й
Так, я не понимаю, я ухожу или прихожу? Вот это, кстати, скорее всего, еду туда. Вот это вот, наверное, отсюда я где-то спрыгивал. Вон там, по сути, должны быть двери. Ой-ой-ой! Аккуратненько. Нет, ну я все ближе и ближе, судя по координатам. Вот это я, по-моему, тоже видел. Ааа, это откуда, блядь? Ебать, не убивай! Не убивай! Спокойно. Так, а вот теперь все плохо. Вот теперь все очень-очень плохо. Ага, ага, ага. Двоебысь называется. Так, 600 метров, да что ж ты будешь делать-то? Как же отсюда выйти-то? Просто как бы назад я сюда приду от мотылька. Я помню, где это находится, я помню, куда идти. Вот как дойти обратно до мотылька, вот этот вопрос посложнее, конечно, сейчас выглядит. Да твою же ж мать! Ну, хоть так, ладно. А я, в принципе, ничего не потерял. Ничего не было. Ну, хорошо, хорошо, это тоже полезно. То есть я просто сейчас взял и телепортировался. Ну, законно, конечно, законными игровыми способами. Как положено. Так, что я потерял? Бля, я потерял пингвина, да? Ну, ладно. Ладно, я потерял пингвина. Так, кстати говоря, у нас новый трек появился. А где пингвин-то? О, кстати, показывает еще один халявный маячок. Так, ладно, что еще потерял? Так, сканер здесь, поиск здесь, ремонтный здесь, сварочный здесь, этот здесь, строитель здесь, пузыри здесь, маяки здесь, фонари здесь, все нормально. Я ничего, по сути, не потерял. Я не потерял, по сути, ничего абсолютно. Так, а что еще я могу заменить? По идее, все. Такс! Такс, 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 такс. Ионного куба у меня с собой точно нет. Ионного куба у меня с собою нет. Так, а это у меня где? Вот, вот эта хуйня. То есть мне нужны два алмаза. Два алмаза у меня даже здесь есть. А может быть, мне принесут ионный куб? Почему бы нет-то? Так, алмазы где-то были, секунду. Ага, раз и два. Так, ну-ка смотри. Ну-ка смотри. Мы сейчас берем мореход. У меня осталась еда-то. Бля, еда закончилась. Вот это поворот. Такое бывает вообще? Это вообще незаконно. Возьму с собой. Так, иду вниз. Иду вниз. И иду тогда
забирать у обезьян... секунду. Вот это я не подумавши начал. Да иди твою. Нужно оставить маячок. Нужно оставить маячок 100% здесь, иначе я реально заблужусь. Так, маячок. Раз. Эй ты, блин. Да хватит, сука. Прекрати. Остров. Вот так вот. Мне этот баллон совершенно не нравится. Мне этот баллон вообще не нравится. Так остров, все? Да, все нормально, остров. Все нормально, остров. Так, поехали. Поехали к обезьянам. Пусть обезьяны мне принесут ионный куб. Это ж не так сложно. Реально, просто принесите мне обезьяны ионный куб. Я чего многого прошу? Я что, разве многого прошу? Я многого вообще не прошу. Мне просто нужен ионный куб. Один. Это же, ну, не редкость. Это же ионный куб. Их же миллиарды здесь. Это же технология древних вот этих народов. Это же не так сложно. Тем более, я эти ионные кубы уже видел. Но если мне не привезут, я пойду тогда на базу. Тут что доплыть-то получается? 700 метров. Копейки, блядь. Может, вообще даже доплыть без мотылька еще быстрее будет. Так, где водоросли? Вот водоросли вижу. Все окей. Ну-ка, секунду. Прямо вот так вот поплыву. Нагло. Так, а где у меня глайдер-то? А, блядь, я думал, потерялся. Так, глайдер. Возьмись. Где обезьянки? Где мои друзья, вот эти вот загребущие ручонки? Где? Дайте мне ионный куб. Че, вам жалко? Так, это ледяные фрукты, да? Да, это ледяные фрукты. Блин, я брать не буду, в пизду. И че, где обезьяны? Я сейчас таким образом заплыву, наверное, под остров, представляешь? Вот смотри. Вот какой-то всплыв. Вот это очень сильно похоже на то, что я сейчас выплыву туда, куда должен был. Так, дай подышать. Ну, похоже на пещеру, на самом деле. Я же помню, вы говорили мне про то, что изначально заплыв на остров был через какую-то пещеру. Возможно, эта пещера, она и есть. Здесь, конечно, все очень странно. Еще эти замораживающие упыри. Так, хз, но я никуда не приплыл, я что-то новое нашел. Внезапно. Блядь, питательный батончик. Ну ладно. А где все-таки обезьян-то? О, старая музяка. Это я проплыл под островом прям к себе туда, серьезно? Так, ну-ка дай мне ионный куб, слышишь, что? Бля, нет, представляешь? Да не титан, мне ионный куб надо. Зачем твой титан-то? Титан-то у меня у самого есть, ты мне дай ионный куб. Во жлоб, неужели не трудно ионный куб мне принести? Ну серьезно, что? А если у меня не было ни одного ионного куба, а что бы я тогда делал? Получается, сейчас смысла нет возвращаться? Опа. А где я? Это не какой-нибудь новый остров, там нет? Блин, ионный куб, ну серьезно. Ну обезьянка, да, ионный куб, что такое жлоб? Ну вон, вижу, у меня написано, не хватает ионного куба, ну, дай мне его и все. Бля, реально приплыл к базе. Тут получается как-то вот здесь вот можно по пещерам потихонечку. Ну да. Так это получается остров на запад вообще просто. То есть можно проплыть вон там, а можно проплыть вот здесь. Ну окей. Ну окей. Так, еда, вода, все в принципе есть. Ионные кубы у меня есть здесь. Один я возьму еще с собой. Хотя нет, я возьму, наверное, с собой все ионные кубы, мало ли пригодятся. Так, шкаф, а где он, блядь? А вот, а три в чего? Почему три-то? Не понял, что три-то? Четыре ж было. Я ж помню, было с четыре. Так, это надо убрать. Секунду, сейчас понесут мне эти алмазы нахер ненужные. Окей. Хотя, подожди, может быть, там нужно еще одну скрижаль будет делать. Ну ладно, разберемся. Ладно, разберемся. Так, а еда, значит. Раз. Попить пока не буду. Поплыли пешком. Поплыли пешком. А что поделаешь? А ничего не поделаешь. Вообще копейки, по сути, получается. Реально копейки. То есть он настолько близко, его нужно было просто найти. Но это все из-за того, что здесь реально не видно нихуя на поверхности. Ты всплываешь, и все, и тьма. Тьма, бель. Ничего не видно. Вот откуда ты подумаешь, что здесь еще один остров там за ним есть? А он там есть, представляешь? Он там реально просто есть. Так, сейчас. Мы, значит, делаем себе ключ. Мы сделали его. Вставляем его туда. Заходим внутрь.
рыскаем, обыскиваем, все там выглядываем, высматриваем, набираем, насканируем. И по идее нам нужно будет еще обследовать остров. Я не думаю, что на этом острове прям очень сильно много прям всего. Хотя я не знаю, где мы там вообще были, где не были. Но по сути, основная часть острова, я думаю, что мы основную часть острова все-таки посетили, она пуста, бесполезна и заселена ебаными червями. А может быть, одним ебаным червем. Непонятно, что это такое. Ой, это мне не надо. Это мне не надо. Так, где я? Это кислород? Это кислород. Я сейчас попью, побыстренько усмотри. И... опа, хорош. Кислород. Кроме этого, нам нужно все-таки сходить еще туда, в другую сторону. Посмотреть, куда ведут... куда ведет пролом, который мы нашли. Как из него добираться, собственно, туда, куда нам нужно. Так, ну-ка, поехали. Все, блядь, буквально на расстоянии вытянутой руки находится. Ну, серьезно, что ли? Как же так-то, блядь? Так, остров. Все очень близко. Все просто рядом. Казалось бы. Просто. Вот 600 метров, 700. 700 метров я, блядь, без глайдера плавал без проблем. Какого хера он так близко находится? Скорее всего, меня сбивали просто льдины. Их реально просто много. Они все закрывают. Мне кажется, что льдины — это что-то конечное. А оказывается, за ними еще что-то есть. Надо это иметь в виду. И в следующий раз, наверное, пытаться это все дело запомнить сразу. Так, все, я ключ сделал себе. Пожрать, попить возьмем. С другой стороны, нахуй мне это нужно? Так, давайте я выложу, получается. Нет, пульт я не буду выкладывать. Я выложу что? Я выложу тогда. Так, шапку я сейчас. Глайдер можно выложить, но он не влезет. Нужно 4 дырочки. 4 дырочки под глайдер. Так, раз, два, три. Окей. Воду сюда. Хорошо. Глайдер выложил. Пропульсивная пушка нужна. Здесь места нет. Здесь места нет. Здесь места везде больше нигде нет. Хорошо, ладно, хорошо, так, ладно. Хорошо, ладно. Ну, в принципе, у меня пол инвентаря свободно. Даже больше. Нет, ровно пол. Ровно половина инвентаря. Отлично, это заменили. Погнали, погнали. Погнали наверх. Сейчас мы идем, значит, налево, налево, налево. Потом куда-то там направо. Потом раз, и мы уже там. Все, это я выучил. Этот маршрут мне ясен, маршрут мне известен. А чего у меня все пропало с панели-то? Там что-то должно было быть? Так, сейчас бы фруктиков, кстати, взял бы, я было бы неплохо. Короче, нам нужно сходить вон туда. Вон тот остров внимательно обследовать, ту часть острова. А в эту сторону мы уже идем. И что-то еще я слышал про комментарии под мостом. Под этим мостом, кстати, под этим... под этим мостом, ебстам. Ну, серьезно, смотри-ка. Ебал, у меня шапка красивая. Под этим мостом, типа, есть проход в пещеру, что ли, если я ничего не путаю. И в этой пещере лежит ионный куб. Вот, бля, я вспомнил, прям когда не нужно уже было. Ладно, сейчас посмотрим. Так, это мост. Это мост. А мы ходили там, все окей. То есть мы прошли вон там и ушли куда-то вон туда, скорее всего. А теперь пойдем сюда. Вот еще одна пещера, конечно же. Еще, ебать, и вода. И вода, и тепло. Уй, вот это да. Вот это да, это вода. Представляешь, как мне сюда залезть? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, не дури-ка. Сюда тоже можно заплыть, получается. Так, подожди, это все классно, здорово, мне только прибраться-то. А, вон с того берега, окей. Окей, no problem. То есть я вообще, в принципе, мог заплыть сюда. А с другой стороны, какая разница? Ну это расщелина как раз под заплыв, прям говорит, заплыви в меня. Прям заплыви в меня, она говорит, и я бы заплыл. Так, опа, хорош. Все, я под мостом. Практически. Похоже, был на какие-то какашки, если честно. Какашка сталкера. Ну, а почему? Ну, сталкер разве не какашка? Вот, что ли? У них бы можно было что-нибудь взять, там, из нее сделать. Это же всего лишь органическое отложение, и его можно использовать себе на благо 100%. Так, найдите убежище. Да подождите своим убежищем, блядь. Тут надо не от этой погоды прятаться, от ебаных вот этих вот ползучих мразей. Они гораздо опаснее, чем твоя погода. Твоя погода вообще ничего плохого мне не делает. Отстанет погода, блядь. Не обвиняю ее ни в чем плохом. Так, поехали. Лемтрейк есть с собой? Блять, а где трейки-то все мои? Я что, их все проеб? Ой, он и куб, все, вижу, отлично, хорошо. Один, смотри-ка, завалялся, блядь. А что это такой грустный? Ох, ебать там кубов. Так, дай-ка поесть. Ага, да, еще с собой на всякий пожарный возьму. Да, еще не съем, ладно, хоть там. Еще один съем, можно? Спасибо.
Тут, блядь, целая производственная ферма этих технологий предтеч. Целая производственная ферма этих кубов или что-то происходит? А, ионные батареи. Ну и все, ну и окей, ну и изобрели, ну и теперь сами можем это делать. Ионная энергоячейка. Ну то есть это мы можем делать теперь просто усиленные зарядники. Энергогенератор, хорошо. Не зарядники, а усиленные батареи. Так, ионная батарея, ну это мы помним. Ионный куб, золото, серебряное. А как делать, блядь, ионный куб-то, алло? Это то же самое, что обычные батарейки, но очень гораздо дольше работает. Это мы в первой сабнафтике, собственно, все находили. Я не помню, делали, не делали, но, по-моему... По-моему, я что-то делал, но это не точно. Так, еще куб. Подожди, а как их оттуда доставать? Ну, здесь, допустим, у меня всего два куба с собой. Теперь получается четыре. Да, четыре куба и он. И классно, а производство-то здесь налажено или нет? Это вот что такое? Это производит кубы? Это где они? Этого маловато. Этого маловато. Так, прюшка-то у меня есть? А, у меня там сталкер-дурачок был. Сталкер-дурачок, например. А вот так вот, если, например. Вот если, например, вот так вот. Да ну как-то некрасиво, да? Ой, в пизду. Сталкер это глупо поставить. Глупый сталкер будет на прыжке. Которым я пытался убить, но не убил. Он не смог, он никто. Хорошо, пещеры. То есть, по идее, все ключевые места здесь, они помечены огоньками. Логично предположить, что, во-первых, мне нужно взять с собой пару батареек, потому что у меня батареек нет и достать их неоткуда. Давайте, наверное, сбегаем обратно к себе туда. Блин, вообще, по идее, можем сделать вот так вот. Так будет прям гораздо быстрее. Так, кислород не кончается. По поверхности вообще летишь, получается, без глайдера прям насрать. Так, хорошо, допустим. Мореход, я возьму с собой пару батареек, чтобы заменить было что. Батареек у меня полно. Так, энергоячейки, серьезно? Так, ладно, две батарейки. Я думаю, хватит. Я думаю, хватит. Он прям летает, смотри, как не... Да опять, да давай, только не... Ой, в пизду. Да я пошел, подожди, секунду. Я пересплю, пожалуй. Я не хочу ночью бродить. Ночью неудобно. Ночью темно, ночью непонятно. Тем более открытое и незнакомое пространство, это совсем все плохо. Давайте просто побродим днем. Днем все видно, днем все понятно. Что так высоко сегодня залез, блядь, идиот. Я вот так здесь сервис сижу. Ты что, блядь, охренел, что ли? Сиди нормально. Сиди нормально. Так, секунду. У нас получается два трека, да, теперь есть? Да, окей. Вот это мы еще не слушали. Ну, а не, этот мне не так сильно нравится. Вот поначалу это мне не так нравится сильно. Не так совершенно. Так, где ближе-то? Ближе все-таки через мост пройти. Та, знаешь, эта мелодия какая-то, знаешь, как какой-то, знаешь, клубняк там из этих каких-нибудь 2000, там, третьих. Что тут такое торчит? Каких-то... Кто-то программку открыл одну, короче, нот понатыкал. Поставил полукосмозвучание и заебись. Вот это как-то так, наверное, работает. Ну, послушай, в любом случае, не забудем. Если я не забуду, будем слушать. Я бы, на самом деле, включил... Так я там и был, получается. Смотри-ка, пингвин там стоит. Я бы его послушал прям без проблем, но... Это нужно делать во время путешествия на мотыльке, во время плавания. Значит, будем ждать. А что так плохо сильно у меня, блядь, все... Что не так-то? Ты чё, бля, он собрал с меня всю одежду? Серьезно? Блядь, у меня из одежды одна шапка осталась. Так, а вот это уже нехорошо, кстати говоря. Вот это уже очень нехорошо. Вот на это я не рассчитывал, спокойно. Ладненько. Так, аккуратненько. Я что-то смотрю, у меня нет ни садика, нихуя ни перчаток, нет ни тела. В угнетос, блядь! Уже ползут, что ли? Так, как я мог вообще туда попасть, мне интересно? Давайте тогда возьмем этот себе. Отвлекатель, рецепт, и пойдем туда. Бляха, охренеть, ты серьезно, что ли? Ты обнаглевший совсем? Взял, блядь, мне всю одежду, порвал, скотина. Тряпка, блядь. Мразь, ебаная какая! Так, ну эту местность я знаю, если что. Я так уверенно бегу, потому что я знаю, куда я бегу. Бля, 500 метров, казалось бы. Это ж недалеко.
Здесь почему-то тепло, непонятно почему. Может, потому что рядом с базой какой-то нахожусь? Так, где? Вот он. Это он, да, сейсмический ударник. Из чего он делается? Из чего он делается? Сейсмический ударник. Батарея и титан. А, и все, что ли? Бля, дайте титан. Дайте титан, не обломайтесь, дайте титан. Кстати, секунду, здесь были ящики с аптечкой. Аптечку я возьму. Аптечку я возьму, где она? Так, один ящик. Здесь был ящик с аптечкой, с едой и с, и с водой. Где, блядь, третий ящик-то? Вот он. Блядь, ты незаметный. Так, ладно, аптечку взял. Убери ее, пожалуйста. Аптечку взял. Так, мне нужен титан. Ну, где его добыть, непонятно. Чтобы добыть титан, надо, наверное, просканировать что-то, что у меня уже есть. А что у меня есть, кроме... скрижали. У меня кроме скрижали больше ничего нет. Конкретно из того, что я могу здесь просканировать. Ну, хотя всякие запчасти, там, я не знаю, мотоцикл, хотя мотоцикл у меня не собран. Короче, я хуй знает, что мне сканировать, мне что-то нужно. Как же я, получается, где я помер-то, я не помню. Да иди ты нахуй там, слышишь, блядь. Чертоган ебаный. Иди домой, блядь. Тебя никто здесь не боится, запомни. Может, я свернул сюда куда-то? Тебя здесь, запомни, никто не боится. Ты попал в меня просто случайно в прошлый раз. Просто, сука, случайно, понял? Ты лох. Ты меня загнал просто в угол, и я, причем сам туда пошел. Я сам в этот угол зашел, мне там было хорошо, чтобы я там был, мне там надо было. Все, сюда за мной не ползай. В пещеру ты не имеешь права за мной идти. В пещере тебе делать нечего, вали отсюда нахуй. А, нет, он может, секунду, мы здесь были. Так, ну здесь мы проходили. Ну я иду, потому что я прям знаю, куда я иду. Я уверен, куда я иду. Вот вопрос, как мне попасть туда, конечно, остается открытым. Так, вот лестницы. Вот про эти лестницы, я думал. То есть вот так заползаешь, вон туда заползаешь, потом вон там вот спрыгиваешь, идешь дальше. То есть получается, он у меня где-то там на площади, я по кругу, что ли, бегал? Непонятно, разберемся. Походу, ты реально бегал по кругу. Сейчас подберем шмотки, подберем пингвина. Я не понимаю, а почему... Подожди, мы же эти шмотки делали, когда я был внутри. То есть, соответственно, я по идее, по логике, не должен их терять. Я же их не добыл во время вылазки. Это, блядь, нечестно. Это нечестно? Ну, ой, хорошо, еще одна. Так, вот аптечки буду... О, еще одна, спасибо. Аптечки буду брать, аптечки, оказывается, очень нужны. Он меня сожрал не потому, что он меня сожрал, а потому что у меня осталось мало здоровья. А это, типа, знаешь, у всех у всех шушеств здесь есть ебаное какое-то потобие фаталити. Вот, соответственно, когда у тебя здоровье мало, и он тебя последним ударом убивает, он тебе делает ебаное фаталити. Так оно и работает. Я, получается, реально, блядь, умер там, где я... Ой, серьезно, что ли? Я бегал по кругу. Иди ты, блядь. Да, реально по кругу бегал. Просто бегал по кругу. Я так отсюда и не вышел. Охуенно я. Охуенно я себе сделал. Так, мне нужен титан. Мне нужен титан. Вон там вход. Тихо, блядь. Ёпа, на него я красиво делаешь. Нормально, нормально. Нормально, да, все, уходи. Ага. Так, вот здесь этаж тоже есть. Ой, хорошо. Да какой снег, блядь, выкинь его нахуй. А снег сейчас будет меня забивать инвентарь, да? А, нет, могу. Снежок. Так, да, это классно. Это классно. У меня есть теперь из чего сделать отвлекающий маневр, но не на чем сделать его. Вот это плохо. Так, 108 метров, я почти добрался. Так, секунду, что-то мне холодно как-то. Подкрепимся маленько. Так, надо не забыть, надо... Ай-я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 й, какой большой ты, да, батрот, я тебя боюсь. Ай, боюсь, боюсь, боюсь. Ай, боюсь, боюсь, блядь, ты что делаешь-то? Воу! Так, нихуя ты прикалываешься, да? Издеваешься надо мной? Ясно. С тобой все ясно. Вопрос, каким образом мне тут добраться? Я почему-то подумал, на этой площади лежит. Такие расстояния здесь большие. Да отъебись от меня. Так, ну я туда заходил, это точно. Да, значит, недалеко. Значит, просто как-то бегал по кругу. Вокруг грибов этих непонятных. Это все грибы, это все они. Да отъебись ты, серьезно, прекрати. Да больно, блядь, меня шатает всего. Может, по речке пройти? Хоть ты, блядь, не проходит. Ладно, значит, вон туда.
как я здесь бродил. Ну, это из-за того, что ночь. Ночью, ну, ты реально просто бродишь перед своим носом, нихуя не видишь, поэтому и получается, что ничего не получается. Так, раз, два. Это возьму с собой. Ага, ага, хватит. От фрукта до фрукта. Так, ну, допустим, я здесь поднимался, вообще не исключено. Пиздец, мы полсерии просто пытаемся найти свой труп. А кто меня унес назад? Он меня сам унес, да? Сам меня убил, сам меня унес, собака такая. Так, пингвинчик, он почему где-то наверху? А где он наверху? Что он там делает? Почему он наверху? Хотя вроде не наверху. Так, ну назад я точно смогу добраться, если что. Назад я понимаю, как идти сейчас. Если что, я знаю где. Если что, я знаю, куда мне. Если что, я знаю все. Да-да-да-да-да. 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 Так. Ай-яй-яй-яй! О, спасибо, спасибо, спасибо. Вот и спасибо. Вот заяц, спасибо. На этом, конечно, спасибо. Так, вижу пингвина, а шапку не вижу. Подожди, а шапки-то, может, там и нет? Лена, такого не должно быть. Не рискую. Блять, ты серьезно? О, не застревай в текстурах, пожалуйста. Ебать! Так, вот это нихуя себе не понял. Пингвин в текстурах, кстати говоря. Пингвин теперь в текстурах. Да, пингвин в текстурах. И пингвин, и шапка теперь в текстурах у меня. Охуенно, да? И что делать? И что мне делать? Они опять все в текстурах. Все, нет пингвина, он ушел вниз. А вот он лежит. Как так-то? Как он там лежит, я не понял. Как мне его забрать-то? Как мне забрать его, и как забрать шапку, мне интересно. Просто шапки-то я там не вижу вообще ни разу. Так, ладно, пингвин. А шапка где? Блять, убери его, пожалуйста. Не отпрыгивай, пожалуйста. Я ж, пожалуйста, уже говорю, просто не отпрыгивай, блядь, не надо! Ну, блин! Нет! Дайте ты нахуй, слышишь ты! И пингвина потерял, и он и кубы потерял. Нет, кубы на месте. А чё же я потерял? Я, получается, вообще нихуя не... Зачем, блядь, зачем ты сохранился-то, зачем? Я хотел загрузиться от начала серии, хотел загрузиться я. Зачем ты сохранился-то, зачем? Чё это? Бля, серьезно, ты серьезно, сука, он загрузи, зачем ты это сделал-то, зачем? Ой, блядь! Сука, как на автомате нажал. Я хотел загрузиться с начала серии и абсолютно ничего не потерять. Абсолютно. Я бы загрузился с пингвином, блядь. С одеждой бы загрузился полностью. Был бы, сука, готов к этому блядскому путешествию. Он опять там лежит, но он один. Он один, там нет шапки. Ну хотя для шапки это все хуйня, конечно. Мне для шапки нужен пингвин. Бля, давай только не сейчас, ага. И что делать? Как обидно-то сейчас. Обидно. Так вы что делаете-то? Ну хорошо, мы сейчас добежим до туда. Добежим. Добежим без проблем. До туда мы добежим 100%. Так, у нас рассвет сейчас или закат? Ты ничего не включил-то. Что, это солнце встает или садится? Будем надеяться, что встает. Бляха, как же это неудачно сейчас случилось все. Ну ладно, ладно, у меня есть кубы, это самое главное.
как бы все остальное это дело восстанавливаемое. И пингвин, и хуин. А я могу им управлять? У меня есть пульт-то? Ой, дай-ка. Дай я его привезу назад. Иди, блядь. Ясно, статус выключен. А чё же я, блядь, не додумался его просто к себе-то пригнать? Но с другой стороны, если бы я его пригнал к себе, я бы точно потерял уже тогда этот весь. Точно бы потерял абсолютно местоположение того, что я проебал шапку. Вопрос, где шапка? Остается открытым, на самом деле. Где шапка-то у меня? Вопрос, где перчатки и где торс? Где это все у меня? Почему этого нет? Мне теперь из-за этого приходится такой хуйню заниматься. Мы, конечно, добежим до технологий этих предтечей, добежим до их арки сейчас. Это ладно. Но как жить-то дальше? Аптечки я все проебал. Аптечки все проебал, кстати говоря, если что. Если что, я проебал все аптечки. Но это тоже не так страшно. Это тоже все не так страшно. Страшно, во-первых, плохая погода сейчас начнется, вот это говно. Ебать. Он уже прям здесь вылазит, представляешь? Ой, блядь. А, кстати, надо было титан-то сделать, чё ж я? Ой, короче, ладно, уже убежал. У меня же есть инструкция по производству этой хуйни. Он прям преследует меня просто жестко как. Но мы идем стандартным маршрутом. Не обращай на него внимания. Чем больше обращаешь на него внимания, тем сильнее он тебя бьет. Если не будешь обращать на него внимание, ты ничего сделать не можешь. Он лох, блядь, по сути. Таких лохов просто нужно не замечать, все. Типа, ну, бегает он, прыгает, ну и что дальше? Ну и дальше-то что? Чё тебя от меня? Ой, блядь. Ну хоть справа, хоть слева, хоть откуда вылез, я срать на тебя хотел, понятно? Я на тебя хотел срать, понятно, все, уйди отсюда. Не пугай меня и не путай. Не путай, не сбивай меня, тварь. Ой, блядь, отстань, отъебись. То есть прыгает просто передо мной, я говорю ему в лицо, отстань, не приставай. Он все равно, блядь, не может от меня отстать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, окей. Но здесь недалеко идти, если что. Идти здесь недалеко. Мы сейчас... А я еще батарейки проебал, да, все? Нет, батарейки здесь. Он сзади? Сзади, да. Самое опасное, когда он тебя... Во, вот так вот подкидывает сзади. Блядь, ползти! Пиздец, аптечек-то нет? Нет. Ну вот это вообще сейчас все плохо получается. Она почему-то в нем застряла, по-моему. Она в нем сейчас просто застряла. Я что сейчас было, блядь? Да иди ты отсюда, слышишь, а? Заебал. Так, вот сейчас все не очень хорошо. Сейчас я могу просто не добежать. Мне кажется, он эволюционировал. Мне кажется, он стал умнее. Мне кажется, он начал меня лучше ловить. Я не знаю, почему. Меня сейчас с таким раскладом убьет сталкер, если уж на то пошло. Но я сталкеру не дамся. А до тут добегу 100%. Ну, мы обследовали еще кусок острова сегодня. И получается, что на этом куске острова полезного совершенно ничего нет. Разве что скрижали, зашли в какую-то хуйню, сделали, нашли рецепт. Ебать, как это больно сейчас было. Вот он начинает меня хоть как-то дамажить. Хоть какой-то... Да как так-то? Я тебе говорю, он эволюционировал. Я тебе говорю, он эволюционировал, сука. Чё я опять потерял? Я ничего не потерял. Ничего не потерял. Так, ну-ка нахуй. Ещё там делается-то? Сейсмический ударник, ну-ка. Ебать, он здоровый. Окей, сейсмический ударник. То есть я его поставлю, он будет его отвлекать, да? Мы сегодня добежим или не добежим? Вопрос на миллион, блядь. Мы сегодня добежим или не добежим? Скажите, пожалуйста. Мы сегодня, блядь, добежим или мы сегодня, блядь, не добежим? Я бы хотел сегодня добежать, я не знаю, как вы. Я хотел бы, но мне не получается. У меня хотя бы есть сейсмический ударник теперь.
Так он мне поможет? Ёб твою мать. А, так он один. Ну, знаете что, нихуя себе каждый раз тратить по батарейке на сейсмический ударник. Я что-то не особо хочу. Игра, по ходу дела, услышала, что у меня батареек много. И я типа, мне похуй, ага, у меня батареек много. И ты решил у меня все батарейки мои просто забрать. Серьезно? Нет, игра, так у тебя не пойдет. Так у тебя не пойдет, и так ничего не сделаешь. Бляха, можно было пустую батарейку из фонарика использовать? Ну да ладно. Ну да ладно. Если что, у меня есть с собой один фрукт. Как делать так, чтобы он на него отвлекался, неясно. То есть как-то перебегать через него или что-то? Как-то через перебегать, захватывать, брать, ставить, брать, ставить, захватывать назад, брать, не знаю. Он какой-то дикий стал. Мы когда первый раз того с тобой увидели, он вообще нам сделать ничего не мог. Абсолютно вообще ничего он нам сделать, сука, не мог. Абсолютно ничего он нам сделать не мог. А теперь он, видите ли, блядь, прыгает. Как-то изнутри меня берет, достает, насаживает, куда-то жрет, клюет, блядь. Что только со мной не делает? Тебя кто этому научил-то, собака? Тебя кто, блядь, этому научил, скажи мне? Никаких обновлений я не загружал, блядь. Что за бред? Почему ты стал таким умным? Мне это не нравится. Ты не должен быть таким умным, сучонок. Должен быть тупым, блядь, сороконогим ублюдком. Охренел совсем. Скотобаза какая, блядь. Ну, на самом деле, повезло, что он заставил меня застрять в себе вот там, где перед лестницей. Я из-за этого получил два раза лишний дамаг. Я получил первый раз, потом еще второй, третий, ни за что. Правильно я понимаю? Вроде когда. Если бы этого не было, все бы было гораздо проще, гораздо. Я бы смог добежать, смог бы, отвечаю, смог бы. Он начал лазить по пещерам, блядь. Он начал меня дамажить везде. О-о-о-о-о-о-о, начинается. Начинается, блядь, поехали, давайте. Давайте, сука, конечно. Давайте, теперь я до тут не добегу. Я раньше спасался только так вот на этих уступчиках. Пошел нахуй! Хотя, может быть, в этом и моя ошибка. Я раньше бегал по краю, сейчас бегаю прям посередине. Ну, конечно, я, блядь, ухожу. Давай, давай, пока, давай, давай, ага. Сейчас-то я бегаю прямо посередине так нагло, жестко. До этого такой хуйни себе не позволял. Так, съем один, пожалуй, фруктик. Ну чё, вылази! Шавка, блядь, вылази! Ну, скотина. Ну, я нашел себе оптимальный маршрут, более-менее. Более-менее. Вопрос, кстати, еще остается открытым. Какого хуя? Вопрос. Вот такой очень важный, интересующий меня вопрос. Как он меня из-под накрытий, вот из-под вот этих вот козырьков, каким, сука, образом он меня оттуда достал? Это же неправильно. Нам, кстати, пингвин нужно вернуть. Пингвин нужно вернуть обязательно. Знаешь почему? О, нихуя себе. А что это, в смысле, я сюда сесть не могу, что ли? Да ладно тебе! Бля, я могу сюда пингвина сейчас пригнать? Еще где-нибудь спрячусь, пригнать сюда пингвина. Сколько он метров работает, интересно? До него 200 метров. Мне кажется, это много. Так, ну-ка, где пульт? Четверочка. Все зависло. Так, ну-ка, это что за место-то? Да-да-да-да-да, кричи, кричи, кричи. А, это портал, кстати, давайте его активируем. Давайте его активируем, кстати говоря, портал. Куда он нас поведет, непонятно. Так, ну-ка, нахуй. О! Так, сейчас нужно сделать вот так, во-первых. Я не рискую. Я просто не знаю, куда меня сейчас отведет. Может быть, туда на базу сейчас, которая закрыта? А, ну вот. Это он меня не на базу кинул, меня кинул там, где мы уже были. Окей. Это то место, где мы уже были. Хорошо. О, здесь, кстати, есть аптечки, по-моему. Должны, по крайней мере, быть. Вода, вода, вода. Факел, хуякел, факел, факел. О, батарейка. А, еще одну батарейку взять? Да, наверное, надо с фонарика батарейку заменить. Если что, пустые потом просто выкину. Так, аптечка, хорошо. Еда мне не нужна. Ну все, окей. Время как много прошло. Время как много прошло. Мы сегодня зайдем в пещеру туда или нет? Так, ну-ка убери.
А как же он здесь-то заработал? Ну, этот портал, по сути, сильно бесполезен, потому что, ну, он просто из одного места в другое сует. Ну, с другой стороны, не нужно будет бегать обратно. Мы сейчас зайдем, возможно, мы и там активируем портал, который тоже что-нибудь будет работать. Они сами вообще догадались этой хуйней заняться? Или они не поняли, что сюда нужно всего лишь ионный куб ставить? Вот те, которые до меня-то были. У них, походу, на экране не пишется, что нужно сделать. Так, ну-ка, секунду. Ну-ка, блядь, дай посмотрю. Дай посмотрю. Не ловит. Не ловит. Ну? Значит, нужно подходить ближе. Но это не сложно. Это не сложно, и ближе подойдем без проблем. Сложнее сейчас будет пробраться обратно туда. Хотя вот он, по-моему, заход. Такая погода хорошая стала, нихрена себе. Солнце. Снежок такой легенький. Все идеально. Ой, короче, нам нужно ободрать сталкера, и по идее мы восстановим себе все, что потеряли. Ну мы немного потеряли. Ну что мы потеряли, блядь? Ну этот куртку, да перчатки. Ну это всего лишь там три шерсти сталкера, да три сетчатых волокна. Хуйня это все. Хуйня это все, быстренько все это сделаем. Главное, что мы скрижаль не потеряли. Да хотя и она-то не такая важная. Ладно, в любом случае, на. Вот спасибо. Вот спасибо. Вот спасибо. Вот спасибо, вот что это такое? Так, это мы уже видели, кристалл. Мы же их сканировали, не? Кристаллы с неизвестной силой? Что это за сила такая? Ёбана. Так это мы сейчас просто загрузим информацию какую-то? О, рука, скорее всего. Да, компонент архитектора. Ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии мы все это загрузим, все это почитаем. Сегодня мы как-то не очень получилось, но как получилось. Мы сегодня много чего проебали, но будем восстанавливать. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем встречи в серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.